Приветствую вас. 1118 сборка. Такой симпатичный системник на базе процессора AMD Athlon Pro 200GE. Два ядра, 4 потока, частота 3200 МГц. Процессор построен на базе второго поколения процессоров AMD Ryzen. Поэтому он довольно-таки шустрый, быстрый, современный. Отличительная особенность процессора — то, что встроенная графика здесь неплохая. Это Vega 3. Уже позволяет играть в современные игрушки. Ну а системник построен с таким расчетом, что в будущем можно воткнуть более-менее мощную видеокарту. Можно увеличить процессор какой угодно. Материнская плата позволяет все три поколения Ryzen воткнуть. Ну и будет тянуть абсолютно все. А если игры не особо нужны, то такой системник, наверное, такое идеальное решение для офисных задач, ну и так далее. Система охлаждения у нас Aerocool Core Plus RGB. Применен тип контроллера RGB для данной подсветки. Это означает, что мы завязываем задний вентилятор, центральный процессор и переднюю подсветку на один общий контроллер. Управляем с помощью кнопки Reset. В данном случае даже есть отдельная кнопка. И подсветку можно менять, либо отключать. Материнская плата у нас ASRock A320MDVS, ревизия 4.0. Планка памяти на 8 ГБ DDR4, частота 2400 МГц, фирма Hunix. SSD-накопитель 120 ГБ SmartBuy, интерфейс SATA. 500-ваттный блок питания Accord. Будет тянуть видеокарту уровня GTX 1650, 1650 Super. Вполне неплохие блоки. Корпус у нас формула F3402 с RGB подсветкой. И сбоку будет закаленное стекло. Есть перфорация сверху небольшая. В общем, такой один из любимых моих корпусов. Красивый, симпатичный ящик. Вот в таком вот интересном исполнении.